Если вы собрались посетить Краков на автомобиле, помните, он не прощает ошибок. Перед тем, как припарковаться, лучше лишний раз убедитесь, что все сделали согласно правилам. Чтобы избежать лишних проблем, оставляем машину на парковке подальше от центра, а сами на трамвае устремляемся к нашей первой туристической цели – площади Яна Матейки. Доминирующим объектом площади является памятник, посвященный Грюнвальдской битве. Замечу, что Грюнвальдская битва, которая отгремела в 1410 году, предмет особой гордости поляков и увековечена в каждом городе в названии улиц, площадей, мостов и тому подобное. Именно в этой битве союз Королевства Польского и Великого Княжества Литовского одержал решающую победу над войском Тевтонского ордена. Высота обозреваемого памятника чуть более 13 метров. На вершине постамента установлена конная статуя короля Владислава II, под предводительством которого и была одержана победа. Буквально в шаговой близости от памятника находится так называемый барбакан, который по сути является фортификационным элементом городских стен. Возле барбакана находится парк «Краковские планты», в тени которого мы можем увидеть памятник польскому живописцу Яну Матейко, кисти которого, кстати, принадлежит эпическое полотно «Грюнвальдская битва», которое вы уже видели чуть ранее в моем ролике. Также в парке находится фонтан, который в день нашего визита, к сожалению, не функционировал. Сейчас мы видим памятник поэту-романтику Богдану Залеському. Выходим с парка и направляемся в сторону Флорианских ворот, брамы Флорианской. Высота башни ворот составляет 34,5 метра, а ее главным украшением является гербовый щит с изображением белого орла рода Пястов. Со времен Средневековья это были главные из 7 ворот, ведущие в город. Их название происходит от имени святого Флориана, барельеф которого мы сейчас видим. Для туриста Флорианские ворота являются начальной точкой так называемой Королевской дороги, которая по сути является туристическим маршрутом через историческую часть Кракова. Королевская дорога проходит через весь старый город, начинаясь на площади Матейка. Она идет через рыночную площадь к Королевскому замку. Идем по улице Флорианской в сторону главного рынка. What? Что, сынок, смешно тебе гулять с родителями? Прогуляемся без тебя.
заходим в сувенирный магазин. Покупаем магнит за 15 злотых. Не сказал бы, что это дешево, но в соседних магазинах цена начинается уже от 20 злотых. Входим на центральную площадь Кракова, рынок Глувны, которая является одной из крупнейших площадей Европы. История рыночной площади восходит к 13 веку. В центре площади мы можем увидеть памятник, посвященный Адаму Мицкевичу. Сам поэт стоит на высоком постаменте, у подножия которого расположены четыре аллегории – отечество, мужество, наука и поэзия. Доминирующим сооружением площади является Мариатский костел, базилика Мариатска, который в 1962 году получил от Ватикана титул Малой базилики. Главным украшением интерьера костела является вырезанный из липы алтарь высотой 13 метров. Его стоимость составила около 3000 гульденов, что сопоставимо с годовым бюджетом средневекового Кракова. Выходим с костела. Сейчас мы находимся возле суконных рядов, получивших свое название от сукна, как главного товара, которым преимущественно торговали в этом здании. В наше время в суконных рядах в основном торгуют ювелирными изделиями, сувенирами и изделиями ручной работы. Проходим сквозь суконные ряды и выходим на противоположную от Мариатского костела сторону площади. В этой части рыночной площади наиболее выделяется ратушная башня, вежа Ратушова. Само здание башни высотой более 70 метров построено из кирпича и камня. Сейчас мы находимся возле центральной лестницы башни, по бокам которой расположены каменные скульптуры двух львов. Вена славится своим кофе, Прага – трдальниками. Кулинарным символом Кракова являются обважанки, которые по сути являются бубликами, которые традиционно выпекаются в Кракове аж с 14 века. Возле ратушной башни находится довольно странная скульптура «Связанный Эрос». В народе прижилось другое ее название – «Голова», так как она представляет собой огромную перевязанную мужскую голову, лежащую на боку. По задумке автора, скульптура символизирует страстную любовь, от которой люди теряют голову. Сегодня 30 мая. В Польше большой религиозный праздник Боже Тяло, или Тело Господне. Этот праздник был внесен в обиход католической церкви с 13 века в память установления Иисусом Христом таинства причастия. Сейчас мы наблюдаем за торжественным шествием верующих, которое стартовало возле Вавеля, а своей финишной целью имеет Мариатский костел. Сейчас мы находимся на одной из старейших улиц Кракова, Гродской. Впереди видим шпиль костела Андрея Первозванного. А это площадь Марии Магдалины, на которой установлен памятник иезуитскому богослову и проповеднику Петру Скарге.
Напротив, мы видим богато украшенный костел Петра и Павла в стиле барокко, где, кстати, и похоронен Петр Скарга. Конечной точкой королевской дороги, по которой мы, собственно, и идем, является Вавельский замок. Со второй половины 11 века и до начала 17 он являлся резиденцией польских королей. Именно здесь кипела основная дворцовая и политическая жизнь государства. Итак, мы подошли к замку со стороны улицы Каноничей. Пологая вымощенная дорога ведет к главным воротам. Обратите внимание на эту стену, на ее кирпичах увековечены имена людей или названия фирм, которые внесли пожертвования на восстановление замка, которое происходило в начале 20 века. Под каждым именем написаны год и размер пожертвования в тогдашних польских злотых. Сейчас мы видим гербовые ворота замка, которые увенчаны гербами Польши, Литвы и русского воеводства. Сразу за гербовыми воротами нас встречает памятник национальному герою Польши Тадеушу Костюшко. Сам вход на территорию замка бесплатный. За доступ к отдельным объектам комплекса, например, королевским палатам, арсеналу, усыпальнице польских королей, придется уже платить, причем платить за каждый объект отдельно. Сразу замечу, что нас в Вавиле изначально интересовал только кафедральный собор святых Станислава и Вацлава, поэтому покупаем билет, позволяющий войти именно в этот объект. Итак, кафедральный собор святых Станислава и Вацлава имеет такое же значение для Польши, как и Вестминстерское аббатство для Великобритании, ролик о котором, кстати, вы можете найти на моем канале. Это и коронационный собор, и усыпальница польских королей и национальных героев Польши. Входим в костел. Первоначально поднимаемся на одну из башен костела, чтобы увидеть самый большой в Польше колокол Зигмунд. Считается, что пока он цел, то и Польша не погибнет. А теперь осмотрим интерьер костела. Для меня как блогера, да и просто как современного человека, непонятны запреты на проведение фото или видеосъемки, тем более в объектах, за вход в который берутся деньги. Но, как говорится, запреты для того и существуют, чтобы их нарушать. Сейчас мы находимся в центре собора перед алтарем отчизны, на который короли некогда возлагали военные трофеи. А
сейчас мы видим гробницу Казимира IV Ягеллона, который победил в 30-летней войне и получил выход к Балтике. С гробницей Казимира связана довольно зловещая история. В 1973 году архиепископ Краковский дал распоряжение открыть гробницу для реставрации. После работ, которые длились несколько месяцев, началась печальная история. 10 из 12 реставраторов через какое-то время скоропостижно скончались. Если бы на дворе не стоял 21 век, самую пору уверовать в некое проклятие Ягеллонов, аналогичное проклятию Тутанхамона. Но у проклятия было вполне научное объяснение. Причиной смертей стал грибок Aspergillus flavus, который живет на мертвых разлагающихся телах. Он выделяет токсичные споры, которые вдохнули люди, которые открыли гробницу. Спускаемся в подвальную крипту, где покоятся 16 польских королей и королев, 2 католических святых и несколько выдающихся поляков, среди которых Адам Мицкевич, Тадеуш Костюшка, Йозеф Пилсудский. Сейчас мы находимся в крипте короля Владислава IV Вазы. Первый небольшой гроб – это место упокоения сына короля Сигизмунда, 7 лет от роду. Далее мы видим саркофаг самого Владислава. Напротив – гроб его жены Цицилии. Ну а совсем маленький гроб – саркофаг дочери короля Марии Анны, не прожившей и одного месяца. Сейчас мы видим шедевральный саркофаг короля Яна II Казимира Вазы. В крипте также установлен монитор, который позволяет туристам больше узнать о самой крипте и захороненных здесь людях. Выходим на площадь перед собором. Чуть позже войдем в аркадный внутренний двор королевского замка. Thank you.
выходим из Вавельского замка. Внизу у крепостных стен находится скульптурное изображение Вавельского дракона. Не знаю, может для кого-то и «Черный квадрат» Малевича произведение искусства, но у меня сие изваяние вызвало только недоумение. Идем вдоль Вислы по аллее звезд. По пути встречаем еще один памятник, судя по стилю того же мастера, который ваял дракона. На этот раз увековечен образ пса Джока, как символа преданности человеку. Заканчиваем нашу экскурсию по Кракову. Под нами Висла, впереди вид на Вавельский замок. Если вам понравился мой ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также заходите на мой канал, где вы уже сейчас можете увидеть ролики о Гданьске, Щецине, Берлине, Праге, Барселоне, Лондоне и многих других городах, которые мне довелось увидеть.